Конечно, когда мы придаем чему-то слишком большой смысл, мы тратим больше энергии. Это однозначно. Мы испытываем больше страха. Это однозначно. Мы испытываем больше негатива всякого, негативных эмоций. Мы отдаем больше намного ресурса, чем надо. И тут чуть-чуть приоткрою вам несколько секретиков, как снижать эту важность. Вот какое-то мероприятие, какое-то событие, да, там может быть экзамен какой-то, да, или там еще что-то, вот есть страхи какие-то. Кажется, что это ну вообще вот просто вот ну так важно, ну так такое что-то важное сейчас в нашей жизни происходит. Это может быть действительно важное. И тут нужно понимать, что чем больше мы будем себе накручивать вот это, поднимать важность, тем меньше шансов у нас успешно пройти это. Тем больше растут шансы на какие-то неудачи даже, а вот мы можем намного легче и эффективнее пройти этот барьер, если мы снизим эту важность. И как это делается? Прежде всего спрашиваем себя, опять же, искусство задавать вопросы. Насколько конкретно это важно? Зависит ли от этого моя жизнь, жизнь моих близких и так далее? Обычно как раз, когда зависит жизнь и жизнь близких людей, то мы не завышаем важность, потому что она и так зашкаливает. И обычно вот мы действуем сообразно ситуации. А завышаемая важность – это когда вот, ну вот, когда от этого не зависят какие-то вот такие вот вещи, как жизненно важные. То есть я имею в виду саму жизнь. Это может быть там, да, работа наша. Ну и мы придумываем, мы спрашиваем себя, насколько это важно. И план Б обязательно. Что будет, если вдруг там я не пройду этот экзамен, да? Вот план Б. Вот остановится же моя жизнь или не остановится? Представлять себе, визуализировать, что это что-то проходящее, что это что-то такое повседневное, да? Или просто, как Скарлетт О'Хара, да, «Унесённые ветром», я не буду сегодня думать об этом, я подумаю об этом завтра. Это о состоянии здесь и теперь. То есть в моменте, включение в моменте. Не думать наперед, заранее. Привычка переставать вот эту вот жевать жвачку внутреннюю. А если будет так, а если будет сяк и так далее. Просто подготовиться. Просто подготовиться. И сделать все, что от вас зависит.